В минувшее воскресенье в Иванове горело помещение по адресу улицы Ташкентская, дом 86. Это здание городской бани. Сигнал поступил на пульт диспетчера в 7:40 утра. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило задымление на втором этаже. Очаг пожара удалось локализовать, горение ликвидировать. На момент пожара посетителей в бане не было, погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждено только помещение парилки на площади 20 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 10 единиц техники и 42 человека личного состава. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является тепловое воздействие разогретой поверхности газового котла на горючие конструкции помещений парной.